Итак, у нас сегодня на обзоре, как лимонад называется? Лагидзе. Лагидзе. Лимонад фейхуа. Со вкусом фейхуа, который, кстати говоря, у нас, помнишь, этот был? Варенье такой с фейхуа. Да, хорошо помню. О, okay. Это хорошо уже. Ой-о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 й-
Нихуя себе. Блядь, точно лимонад? Натурально фруктовый лимонад без химической ароматизации. Блядь, а по вкусу как пиво. Так чего? Кто производитель-то? Город Тихвин. Сейчас, подожди. Да, город Тихвин. Тихвинский район. Реально вкусный, блин. Пятерка. Когда-то я тоже пил лимонады, небольшая история, а не пиво. 1887 года. Я пил этот лимонад, только такой покупал. Тогда он стоил по 120 рублей, сейчас он стоит что-то 59. Ну, потому подешевел. Что скидки снизили. А что было элита. Да, все, выключай сло. Оценочку-то. Оценочку сказал, пятерка. Ну ладно. Вкусный. Зараза. Да, но напоминает пиво. Вот поэтому я его и пил. Всем удачи и пока-пока. Пока.